Спортсмены увидели плавающий в реке мешок и не смогли поверить своим глазам. Огромное количество людей любят проводить время на открытом воздухе. Отдыхая на природе, человек чувствует себя умиротворенно и свободно, а свежий воздух и занятия спортом хорошо сказываются на здоровье. Таким времяпрепровождением наслаждались два спортсмена-байдарочника, неторопливо сплавлявшиеся по реке Блэкстон в штате Массачусетс. Внезапно тишину на реке пронзили непонятные звуки, исходившие из старого картофельного мешка, плывущего по реке. Спортсмены подхватили мешок из воды и, открыв его, они не могли поверить своим глазам, увидев 6 крохотных щенков, примерно неделю от роду. Такая находка оказалась для них полной неожиданностью. Какой-то бесчувственный человек засунул несчастных малышей в старый мешок из-под картошки и бросил в воду. К счастью, мешок пошел на дно не сразу, и пищащих крох вовремя вытащили из реки проплывающие мимо байдарочники. Как сообщает канал CBS News, что это уже не первый случай, когда таких малышей завязывают в мешок и выбрасывают в реку. После того, как гребцы связались с городским полицейским управлением, вскоре на место прибыли стражи порядка, чтобы позаботиться о щенках. Начальник полиции Джефф Лори признался, что не понимает людей, которые так бессердечно могли поступить с новорожденными щенками. Владелец мог отдать щенков, которым едва исполнилась неделя от роду, в добрые руки или передать этих крох в приют. Однако вместо этого мерзавец попытался спрятать концы в воду, ведь прошло бы еще несколько минут, и мешок пошел бы на дно вместе с щенятами. Благодаря своим ангелам-хранителям, все спасенные щенки целы и невредимы. Они взяты на попечение местного общества защиты животных, где за ними ухаживают, кормят и лечат. После случившегося полиция выступила с обращением к общественности. Они разыскивали мужчину на горном велосипеде, который был замечен в том районе во время, когда предположительно щенков бросили в воду. Они также искали людей, которые могли бы забрать щенков, когда они достаточно подрастут. После обращения в полицию поступило огромное количество откликов от людей, которые хотели помочь в поимке преступника. К сожалению, в полиции заявили, что поймать подозреваемого будет очень сложно. Сами же щенята тем временем постепенно оправляются от последствий жуткой речной прогулки. Малышей кормят специальной смесью с козьим молоком и пробиотиками. По словам специалиста, который работает с крохами, никаких причин для волнения уже нет. Уже известно, что бездомные щенки не останутся сами по себе. Когда стражи порядка выложили известие о неожиданной находке на своей странице в сети, их буквально завалили письмами. Когда щенята окончательно придут в себя и немного повзрослеют, каждый из них окажется в любящей семье. Всем им гарантировано счастливое будущее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!